Какие меры принимает ООН, чтобы положить конец деятельности армии сопротивления Бога? Такой вопрос задают журналисты, аккредитованные при штаб-квартире ООН, в связи с распространением в интернете ролика «Кони-2012», в котором рассказывается о злодеяниях этой повстанческой группировки. Напомним, что армия сопротивления Бога занимается вербовкой детей в солдаты и терроризирует население 4 африканских стран – Демократической Республики Конго, Уганды, Центральноафриканской Республики и Южного Судана. С подробностями пресс-секретарь ООН Мартин Несирки. Я могу сказать, что мандат, выданный Советом Безопасности миссии ООН в Демократической Республике Конго, предусматривает содействие национальным силам в проведении военных операций против армии сопротивления Бога в Конго по запросу властей страны. Пока такого запроса от Киншасы не поступало. Мартин Несирки добавил, что в ближайшее время представители 4 африканских стран, на территории которых действуют повстанцы, проведут специальную встречу, где обсудят вопросы противодействия региональной угрозе. Со своей стороны ООН и Африканский союз продолжат координировать усилия по борьбе с армией сопротивления Бога, отметил пресс-секретарь ООН. Артем Пащенко, Радио ООН.